Сохранение мира и стабильности – задача не только правоохранительных органов и армейских подразделений. Это долг каждого гражданина нашей страны. В этом уверены жители Жамбылской области. Они считают, что расшатывание политической ситуации внутри страны нужно предотвращать самыми жесткими мерами. Как сказал глава государства, без единства народа, без политической уравновешенности государство не может существовать. Это можно видеть на примере многих стран мира, где нарушены эти принципы. Поэтому для нас сейчас важно сохранить и сберечь главные достояния нашей независимости. Нарушив спокойствие граждан, разрушается единство и сплоченность нашей страны. Поэтому мы должны во главе с Ельбасы и религиозными деятелями воспрепятствовать этим негативным экстремистским проявлениям и не дать преступникам, прикрывающимся религиозными взглядами, расшатать нашу политическую стабильность. Если в нашей стране будет царить единство и покой, мы сумеем сохранить этот мир.